Уважаемые инвесторы, 12 декабря 2023 года на экране Руснефть, тикер РНФТ на 4-часовом графике. Не дает она мне до сих пор покоя. Я вот сейчас, значит, сидел и уровень Фибоначчи растягивал и так, и этак, и вот не знаю, и уже на 4-часовом этом фрейме я его растягиваю, и на дневном фрейме. И посмотрите, вот что происходит. А происходит следующее. То есть вот единственный момент, вот, ну, можно подумать, что мы якобы вроде бы где-то уже достигли все там своего низа, потому что вроде бы так она уже откорректировалась хорошо. Здесь вот была коррекция не постоянная, прям на 30%. Вот. Но смотрите, я сейчас на 4-часовом графике, на фрейме. Если даже и вот предполагать рост, да, я вот возьму самый маленький рост, вот такой вот самый маленький вот импульс возьму 4-часовой. И ну вот, чтобы прям посмотреть вот в ближайшее время, куда мы можем вообще вырасти. Ну, не знаю, мне кажется, вот до этого уровня, по-моему, это уже тут будет предел. Вот. То есть вот до этого уровня, скорее всего, ну, подрастем. И то, я не знаю, это вот прям, ну, хотелось бы мне, потому что я в этой компании там то торчу, то вылечу, то опять не торчу. Вот. Но вообще я вот так посмотрел, думаю, что выглядит-то гораздо все так печальнее. И не знаю, мне кажется, вот здесь уже будет какой-то разворот. И я не знаю, скорее всего, вот как-то вот здесь у меня скопление, вот здесь у меня тренд проходит. Я его чертил от Макдака, по-моему, что ли, вот, не помню, надо, вот. То есть в любом случае как-то я его, ну, выявил. Здесь вот у меня соединяется и Фибоначчи еще, да, если я их натягиваю там от дневного импульса и так далее и тому подобное. Плюс здесь вот еще месячная прям поддержка. Вот и месячная поддержка одна. То есть мы ее в принципе, ну, достигли. Вот поэтому я и говорю, ну, возможно, будет вот тут уровень, да, то есть рост. Но мне кажется, вот, может быть, куда-то сюда. Ой, и потом, скорее всего, я не знаю, на, ну, я так предполагаю, то есть я другого что-то ничего такого не вижу. Ой, подождите, я заново черчу. Возможно, здесь какой-то ложный, да, сделаю вот так. И, не знаю, я прям вот предполагаю, что сюда куда-то. Сюда. Вот, возможно, даже с каким-нибудь, не знаю, тут опять, блин, ложным пробоем, что ли, вот, и, возможно, только отсюда уже, и то здесь, наверное, тоже какой-то будет флет, скорее всего, возможно, будет мурыжить, и тут уже резкие взлеты, наверное, какие-то пойдут, вот, ну, вот, прям, вот, ну, прям вот реально вот сейчас вот сидел, подумал, и какая еще приходит идея по сценарию. Ну, вот такой можно предположить сценарий, ну, то есть, вот. Не знаю, в общем, подрастет вот здесь. Если будет сейчас вот расти буквально там сегодня, завтра, послезавтра, я посижу, подожду. Частями буду выходить, и все, и как бы там оставлю там пару лотов, чтобы вы знали, все. То есть тут жадничать я не буду, сейчас такой рынок, что я вообще жадничать не хочу, и там буквально так же вот с Альроса, я не знаю, там тоже не ожидаю такого прям шикарного роста, вот. И, ну, не знаю, блин, придется вот подождать еще прям, потому что январь, февраль,
тоже, что зима еще, то есть все начнет отрастать только в марте. То есть у нас еще тут времени-то куча, в принципе. Ну вот, если по графику посмотреть, да, то есть январь, тут вот конец января, да. Ну, то есть есть еще где формировать-то паттерны. Вот поэтому Роснефть такая вот история. Я думаю, на этом все. Уважаемые инвесторы, обратите внимание, что большая часть прогнозов на YouTube-канале публикуется с опозданием от 2 часов и до 2-3 месяцев. А в первую очередь, значит, прогнозы публикуются для спонсоров YouTube-канала, а также в закрытом доступе Telegram-канала. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы – это всего лишь возможные сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!